Сегодня мы покажем обзор аккумуляторной угловой шлифмашины Makita DJA515Z. В комплектацию входят шлифовальный диск по нержавеющей стали, боковая рукоятка, ключ для замены диска, инструкция по эксплуатации. Инструмент имеет мощный бесщеточный двигатель с электронной стабилизацией числа оборотов и функцией плавного пуска. Поворотный регулятор скорости имеет 5 позиций от 3 до 8500 оборотов в минуту. Встроенный механизм распознает увеличение нагрузки, что позволяет получить высокую скорость при небольшой нагрузке и высокий крутящий момент, когда нагрузка увеличивается. При увеличении крутящего момента загорается индикатор. Инструмент комплектуется шлифовальным диском по нержавеющей стали диаметром 125 мм, толщиной 6 мм. Диаметр внутреннего посадочного отверстия 22,23 мм. Кожух быстросъемный, фиксируется в любом положении. Сверху имеется фиксатор вала, предотвращающий вращение шпинделя для смены диска. Клавиша имеет рычаг разблокировки для предотвращения случайного запуска даже при установленном аккумуляторе. Инструмент имеет вентиляционные отверстия. Наличие мелкоячеистой сетки предотвращает попадание посторонних частиц в систему охлаждения УШМ. Инструмент обладает технологией XPT – защиты от влаги и пыли. Имеет эргономичный обрезиненный корпус, сбалансированный по весу. Рукоятки обрезинены для удобства и безопасности. Боковая антивибрационная рукоятка снимает нагрузку с рук пользователя и крепится с обоих сторон УШМ. Инструмент имеет разъем под аккумулятор типа LXT 18 вольт. Степень заряда отображается на блоке привода питания при нажатии на клавишу. Инструмент защищен от перегрева, токовых перегрузок и перезаряда. Весит без аккумулятора 2 кг 400 г. Произведен в Румынии.